В этом видео я буду тестировать мобильное приложение Top Stretching Kyiv. Как видите, оно установлено у меня уже на телефоне. Ну и можно будет его скачать по ссылочке в описании. В общем, это видео буду так баги не искать, а именно, который уже нашел, буду показывать, как их вводить в Jira. Значит, смотрите, сразу говорю, у меня телефон Samsung, версия Android 11. В настройках телефона установлен английский язык. И в Jira буду вносить все на английском, но буду все озвучивать на русском. Поэтому, думаю, вам все будет понятно. Ну и вам рекомендую тоже все это постепенно переходить на английский язык. Итак, вот он мой телефон, вот приложение. Открываю. И сразу это первый баг, который я увидел. Значит, смотрите, у нас есть картиночка, да, и можно переключать свайпом другую. Свайп — это вот мы двигаем пальцем влево-вправо. И как вы видите, вот здесь присутствуют точки навигации вверху. Ну, при клике на эти точки я должен переходить на вторую картинку. Что происходит? Я жму на точку, и я не перехожу на следующую картинку, а попадаю вот сюда. Ну, происходит такое действие, как будто я жму вот на саму картинку. Вот раз, надавил и перешел сюда. Сейчас покажу вам. Так, по-моему, где-то было тут такой момент. Ну, хочу показать, как все это должно работать на самом деле. Сейчас. Да, приложение, кстати, очень долго подгружается. Вот, смотрите, видите, есть точки навигации. И вот тут я на них давлю, и происходит переход к нужному нам изображению. Вот тут работает все это как надо. Вот тут же этот элемент навигации не работает. Итак, заносим все это в Jira. Так, заранее хочу сказать, видео об этом я сделал. То есть каждый баг вы должны подкрепить к нему либо скриншот, либо скринкаст. Ну, то есть изображение. Когда я записываю изображение, я делаю это с помощью программы MobiZen. В настройках у меня там включена опция показывать прикосновение пальцев. То есть, вот смотрите, я сейчас на экран давлю пальцем на телефоне, и вот этот белый кружок показывает то место, куда я касаюсь пальцем. То есть у меня на видео будет вот так. Вот я давлю, где вот этот кружок, смотрите. Видите, раз. Так, ладно, открываем Jira. Как зарегистрироваться в Jira? Есть у меня отдельное видео, посмотрите, и заносим новый баг. Проект новый я создавать не стал. Ну, вообще, вот тут Project Create New. Я заношу в старый. Жму Create. Summary пока не писал. Давайте напишем Steps. Steps — шаги. Так. Первый шаг. Это всегда у нас будет открыть приложение. Вернее, не открыть, а run. Правильно писать — запустить. Run Top Stretching Kyiv. Запустить приложение. Вот, запустили мы приложение. Но следующим, вторым шагом я уже делаю прикосновение на вот этой точке. Прикосновение на английском будет, ну или нажать, это будет tap. Tap. Dots. Точки. On the main. Image. Нажать точки на главном изображении. Так. Что? X. Expected result. Ожидаемый результат. И actual. Actual result. Написал, а сейчас задумался. Правильно, хоть я написал. Так, давайте вот эти элементы выделим жирным. В
Да, вот сейчас стоят эти звездочки, потом, когда я сохраню документ, это будет выделено жирным. Ожидаемый результат. Next image. Opens after user. Tap on dots on the main image. Actual result, что у нас в реальности произошло. Detail info of это у нас вообще-то эти изображения, они относятся к разделу новости. Detail info of news opens after user tab dots on the main image. Actual result. Копируем его в summary. Так, и проверяю. Может, я где-то грамматические ошибки допустил. Нет, вроде все нормально. Так, прокручиваем вниз. Так, labels ничего писать не буду. Attachment – это прикрепить видео. Вот у меня этот файлик с видео, я его заранее подготовил. Так, где вот? Прикрепляем. Жмем Create. Так, вот баг создан.